Создать мир, появиться и оглядеться, нарубить дерево рукой, скрафтить верстак, кирку и топор, добыть еды, потом шерсти, копать камень, любоваться пейзажами, сделать кровать, сделать все каменные инструменты. Хотя нафиг мне мотыга. Рубить дерево новым топором, потом песок, мечтать о том, чтобы жить на дереве, построить дом на дереве, жить на дереве. Погодите-ка, я забыл самое главное, так-то лучше. Понимать, что скоро наступит ночь и готовиться к схватке с монстрами. Преодолевать высокие горы и бурные реки. Взорвать крипера, победить зомби в эпичном бою. Ударить скелета костью другого скелета. После такого его психика восстановится не скоро. Бежать к дому с половиной сердечка. Около твоего дома тоже будет дофига зомби, и поэтому ты пойдешь обходным путем. Дом, милый дом. Наконец-таки поспать. Встретить рассвет. Потом мама позовет тебя кушать, ты выйдешь из мира и навсегда про него забудешь. Но через 10 лет из-за любопытства ты снова зайдешь в этот мир, поймешь, что тут нет ничего такого, и удалишь его.